Омские школьники и воспитанники детских садов продолжают болеть, несмотря на это в городе отменены все противоэпидемиологические мероприятия. В Роспотребнадзоре утверждают, что эпидемия гриппа пошла на спад. Эпид-порог пока превышен в 17 субъектах страны. В Омске много людей болеют ОРВИ и гриппом, продолжают закрываться классы и группы на карантин. Как говорят врачи в поликлиниках, идет третья волна гриппа, поэтому советуют использовать индивидуальные средства защиты, избегать контактов с больными людьми и не забывать про прививки. В случае возникновения симптомов заболевания необходимо обращаться к специалистам. Мы констатируем, что прививки достаточно эффективны, потому что из общего числа заболевших гриппом лабораторно подтвержденным, привитых было всего 26 человек. Это было 20 детей и 6 взрослых. И если рассчитывать показатель заболеваемости привитых, то он составил всего 3 человека на 100 тысяч привитых.